Вот, получается, у нас старый бордюр. Когда был сильный ливень, до сих пор стоит вода. Вот. А вот здесь вот получается, вот они сейчас старый асфальт сняли. И это... Вот тут вот у нас стоят вот так вот машины вдоль дороги. Мы же хотели сделать карман вот вдоль этой дороги. Нам не разрешил акимат спиливать деревья. Но здесь вот получается, вот у нас была типа как парковка на 4 машины. Вот теперь ее закрыли вот этим бордюром новым. Вот. И все, и у нас здесь получается машины встать не смогут. И мужчины вообще, ну правильно, водители возмущаются. У нас вообще ни парковки, ни кармана, вообще ничего нет, чтобы можно где-то было что-то поставить. Вот. И получается, вот это вот здесь вот вода, здесь как завышенность немножко, вот где новый бордюр. А вот здесь вот у нас старый бордюр. И вот они сказали, на сантиметров 5 поднимется асфальт. А если асфальт поднимется, он получается сравняется со старым бордюром. Вот оно получается. Вот еще вода стоит. И вот бордюр. И вот эта вся вода, вот это все у нас переливается. Вот. И вот здесь вот у нас тротуар получается проходит. И вот этот тротуар у нас полностью в воде. Стоит вода метров, наверное, 15, если даже не больше. И вот с колледжа, с завода люди с работы идут, и они все проходят через вот этот наш двор, потому что по-другому никак.